Всем привет! Давайте рассмотрим еще одну фишку возможности ZBrush. Что можно делать? Давайте откроем собаку. Вот у нас сцена появляется. И как записать видео нашей работы? Давайте отключим сетку. Добавим дивайдер, чтобы собака выглядела лучше. На ней было видно, что мы будем с ней делать. И поменяем материал на глину. Кстати, работать с глиной быстрее, чем с другими световыми сферами. Все видно. Работа идет быстрее. Давайте нажмем Move. Вот такая у нас высветилась фишка. И давайте посмотрим, как теперь работать с ней. Давайте нажмем Record. И поработаем с нашей моделью. Вот мы можем с ней делать разные манипуляции. И она сохранится у нас. Вот давайте теперь жмем паузу, жмем play move. И вот мы можем посмотреть, что мы делали с моделью. Вот такая возможность есть у ZBrush. Можно записать видео. Давайте посмотрим. Так, удалим это видео. И вот у нас высвечивается Dock, Windows, возможности Medium, Large, Small. Вот ставим Medium. Нажимаем Windows и будет сниматься полностью наш экран. Если мы нажмем Dock, то у нас снимается вот эта зона. И вся работа будет фиксироваться в видео формат. Вот, давайте запишем теперь Window. Здесь вот настройки вы можете менять, ставить авто, настраивать полностью видео, как вам удобно. Добавлять текст, добавлять логотип и так далее. Нажмем Move Record и попробуем записать еще раз. Вот так вот. Давайте теперь посмотрим. Жмем паузу, жмем Play Movie. И вот наше видео снято. Мы его можем сохранить в формате MPEG видео и можем сохранить в формате Save As. Вот это вот сохранить как? Это ZMW файл именно от ZBrush-овский. Потом мы можем его сюда же загружать, когда сохраним. Ничего сложного. Все, всем пока. Надеюсь, вам пригодится эта фишка. До свидания.